Я на мотоцикле. О! А это... Как? Не трогай, сука, не трогай. Я так и знал, что не надо мотоцикл было брать. Йоу, всем привет, с вами Такс и Кофевайт, и мы снова играем в GTA 5 онлайн. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас миссия, где на нас нападают очень... Охренеть, уже нападают. Так, надо... Надо убегать. Убегать надо. Так, я в рукопашку. Их дохренище, их дохренище. Да. Ты в рукопашку? Да, я что-то в рукопашку, не знаю. Хотя у меня очень много оружия, поэтому я лучше буду использовать оружие. Это шашки, это шашки, это шашки. Сука, сука, сука. Так, я попробую спасти тебя сейчас. Так, я отстреливаю, отстреливаю. Очень удачно. Ай-яй-яй-яй-яй. Это было плохо. Это был я. Перепутал зомби, ну ладно, ничего страшного. Ну ты стоял в толпе там. Да-да-да. Там голый мужик бегает по пляжу, смотри. Так, ща, я попробую помочь тебе там. Подожди, голый мужик, ты чего убил? За что? Я не видел. Он слился. А нет, он живой, он живой, он живой, не трогай голого мужика. Хорошо, не буду, обещаю, не буду трогать его. А что нам нужно сделать? Нам вообще нужно доставить кейсы на базу. То есть между нами сейчас будет как бы такое противостояние. Кто быстрее достанет кейсы на базу. В друг друга не стреляем. Да, хорошо, без проблем. Так, кейсы, CSGO. Сейчас принесем и выпадешь. Конечно. Самое дешевое, что может выпасть оттуда, я не знаю. Это ТЭК-9, этот Айзек или там какой-нибудь Максим, раскистраешь там. За 2 рубля. И, по-моему, он в каждой серии мне выпадает. Там. Бывает, сука. А тут кейсов-то дохренище. Да, кейсов, по-моему, где-то около 8 надо. Да, именно 8, по-моему, надо доставить кейсов на базу. Да, я вижу 8, нифига себе. 8 кейсов. Ты что, прям все, 8 пушек, 2 рубля. Не донесешь. Я вовремя прыгнул, даже. Ладно, я тебя отпущу. Когда мы сказали, что не стреляться, ладно. То есть про рукопашку, походу, ты такой, думаешь, типа, ничего не было, хорошо, да? Хорошо. Встретимся на базе. Блин, конечно, зомби мешают. Ну ладно. Так, не, особо мешают, я могу просто перетащить это. Ну да, они считают. И, кстати, когда на них прыгаешь, они смешно отлетают. Смешно, сейчас проверим, насколько смешно. Давай. Так. Ну ладно, я прыгнул, но он почти упал. Так, ты уже донес первый этот кейс. Но они, считай, ты когда прыгаешь на них надо правильно прыгнуть. Когда ты прыгаешь, да, я вижу, они вижу, падают. Вижу. Так, газовая шашка, канистра, граната. Так, вот граната самая нормальная. Я просто должен использовать это. Я прям в голову кому-то попал. Ай! О! Ты! Сказали не стреляться! Стоп! Так, давай. Я просчитал все. Вот тебе зомби просто помог. Я когда хотел нажать на кнопочку, чтобы пальнуть, зомби просто ударил меня, и у меня прицел сбился. А, ты думаешь, ты там пробежишь, да? О! Как? Хорошо. Бывают в жизни огорчения, как говорится, все было. О, а почему кейс какой-то валяется тут посередине прям поля? Ну ладно, я буду... потому что я его уронил, сука, не трогать! Я... Не-не-не. Я пока зомби не почищу. Блин, как классно с миниганом зомби убивать. Миниганом? Просто это... зомби бегут и падают. Нормально. Там это... Чё-чё? Капец нахрен, чувак, вообще. Чё-то мутит вообще. Просто, ой, последний момент, повернусь его. Ну немножко. Ой, козёл. Я-то видел, я-то на карту видел, следил за картой. Видел, что ты там что-то недоброе мыслишь. Так. Да хватит бегать, хватит бегать. Ой, зомби. Ладно, я донесу уже кейс. Чем буду стрелять. У тебя кейс, ты же его выронил. А так он тут валяется. Вон, сука. Зики, блядь. Так. Где там Олег? А вон Кофевайт бегает. Да, бегу. А я бегу. Ну я почти, кстати, донес. Вот, все, я донес еще один кейс. У нас, кстати, счет 3-3. А ты что, еще один несешь? Нет, я просто пытаюсь тебя убить. Ну, удачи. Тебя убьет зомби, мне кажется. Не. Мне кажется, ну... я быстрее тебя убью. Нет, мне зомби мешают. Ну я вижу тебя на карте. Ну видишь, а попасть ты не сможешь. Ай, зомби! Ой, зомби, значит я правильно целился. Погиб. Один прогиб, а ты погиб. Ну меня зомби просто убил. Вот, ладно. Ладно, нам надо нанести реально кейсы, потому что еще, по-моему, целых 5 кейсов надо нанести, но все же я тебя вижу.
Вижу, в туалетах ты там засел. Да я в туалетах уже побежал. Да. За деревьями забежал. Спрячусь. В женский туалет, да? Не в тот, ошибся дверькой. Стоит в саду, отражая солнце свет. Она сидела на... Ты куда побежал? Я убежать отсюда хочу. Не трогать! Тебе просто так повезло, просто пуля пролетела мимо твоих ушей. Я не знаю, слышал ты этого или она нет. Она в машину влетела. Блин, мне надо срочно бежать до базы, чтобы и стать там с РПГ. Я тебя буду ждать, я тебе даже это скажу. Чтоб ты это... Давай, это будет круто, ну, давай, пока пытаюсь развернуться. Давай. Жди на базе, жди. Сука! Блин, это было так близко! Это было настолько близко, что... Это было так близко, я просто... надо было немножко подумать, знаешь, так... Воздух это... Вдохнуть так, знаешь, типа, сосредоточиться, да-да-да. Вдохни воздух, а я пока попытаюсь... Ну, давай. Давай, я тебя... Я не буду далеко уезжать. А он не подбирается, сука, на машинке-то. Так. Я пока зомби постреляю, тут опыт пособираю. Ты пока есть, там это, забирай. Ладно, хорошо. Да-да-да, врет он, если не слушать его. Чего ты взял, что я вру? Может, я реально на базе стою? А, ты реально на базе стоишь? Ну да. Вот зараза, как мне к тебе подъехать, интересно? Не знаю. Тебе помогают только зомби. Зомби их очень много здесь, на базе. Именно они, кстати, спавнятся только вот именно на базе. О, то есть они оттуда бегут, да? Да-да. Так, а если я сделаю примерно... Ага, вот, да, я понял. Я знаю, что сделаю. Так, здесь надо... Да, невозможно просто. Блин. Как убил? Ты можешь кейс принести, в принципе. В принципе, это типа намек был, да? На то, чтобы я побежал и принес кейс. Да, я тебе даю фору, потому что видишь у меня сколько это. Так ты не давай мне фору, может я тебя еще обгоню. Сука. Так, это кто там? Это кто там такой? А, не, мне показалось. Ладно, да, ты был... Я понял. Чего? Ты заминировал, да? Нет, ты можешь прийти-то, если там есть мины. Ты их, сука, взорвал, что ли? Я не взорвал, но ты спалился. Ой, я думал, он добежал уже. Ну, я добежал. А я думаю, блин, что-то тут не так. Тут, вот по-любому. Конечно, не так. Ой, ясно. Не сработал твой план, не сработал. Конечно, я ж такой лохан, блин. Как я так мог? Взял и спалился. Так он говорит, заминировал, нет? Я думал, он уже там, блин. Главное, знаешь, что зомби бегают, а люди на пляже лежат. Загорают, и мимо них зомби бегают. Нормально. Это нормально, да. Сука, ты пиздец! Блин, ну, я чё, просто... реально мой кейс взял? Да, я отнёс на базу. Сука, тебе все, держись. Давай. Я подожду. Я пока зомби тут постреляю, а ты еще кейс давай привези. Стреляй. Стреляй своих зомби там. Стреляю! И у меня это... Я понял, где ты. Нет, я тебя не вижу. Не увидишь? Зомби тебя убило. Да, зомби! Со снайперской винтовки, зомби, да. Да. Нет, я говорю, вместо тебя я зомби убил. А, ну ладно. Я походу понял, где ты был, но видишь, вот из-за зомби я... Так. Машину там, значит, взял наверху, да, и поехал. Я-то да, ты чё? Я тебе мало того скажу, они по дорогам свободно катаются. Блин, да ладно. А я как лох. Что я бегал-то за пляж? Ясно. Сейчас тоже машину возьму. Я мотоцикл взял, вот уже ничего на дороге не было. Думаю, блин, убьет меня с мотока. Вот это вот вообще лоханство было межпланетарное. Ладно, просто миллиметр не доехал. Сейчас встретимся. Там я тоже машину взял. А ты какую машину взял? Зенторна? Как Зенторна? Мою вызвал. А можно так? Не знаю, проверь. В смысле, не знаю, проверь, ты же заказал. Ну а я зачем тебе должен с врагом делиться? Ага, конечно, Зенторна, да-да-да. Это не я, это Филиппин. Да-да-да. Сюрприз, мадафака. Нет, не надо, не дави! Нет, не трогай, это я добрый сегодня.
сука. Ой, я не в тебя стрелял! Я патрон сделал, и у меня прицел вообще на какую-то бабульку там навелся. Бабульку, сам ты бабулька, сука. Вот с мотоком вот это лоханство мое межпланетарное вышло. Не надо было его брать. Я на это и рассчитывал, в принципе, как в начале серии. Это было реально смешно. А я не думал, что ты гранату достанешь, или что там достал? Липучка. Это вообще как? У тебя хп... ХП половина. Ладно. А почему нас не рядом-то респать? Не должно нас так, респать. Да нет, так мы ж убира... Ну сука! А куда ты бежал? Так за машиной! А, там точно. Мотоцикл, я решил не брать его. Так там это на базе, там мы там где кисы подбирать у туалетов, там же здесь еще одна машина стоит. Да-да-да. Мне надо сейчас быстренько забрать кейс. Блин, давай быстрее, мне страшно. Я вот сейчас топудово ты откуда-нибудь выйдешь и все, и убьешь. Это же я. Поэтому надо спрятаться. Так. Ага, вон ты, я вижу тебя. А, машину взял. А мотоцикл. Я не хочу рыпаться на тебя уже. А кейс вы не хотите забрать? Нет, одни мотоцикл ездят на дороге. Так возьми. Я даже тебе дам фору. Нет, ты из расчета на то, что я на мотоцикле. Все, у нас 2-2. 2-2. Бляха-муха, это что-то. Я же так тащил, мне так фору я ему дал, сука. Мотоцикл вообще не считался. Я говорил, зря дал фору. Все хитрый план Олега по разрушению, план Далласа. Он уже забрал еще один объект. Ладно, будем рыпаться на тебя на мотоцикле. На мотоцикле, да-да-да. Надо бежать. Надо валить быстро. Но, садись! О, машина не садится! Здрасте. Промахнулся, блин. Да зомби! Нет! Сука, это вообще нечестно! Спасибо за машинку. Не прими, это ближнее оружие, его создал сам сатана. Нет, чтоб он... Спасибо за машину. Сейчас вы просрали успешно. Я рассчитывал на это. На что на это? Ой. На то, что ты меня отдашь кейс, приедешь. Блин, я хотел тебя убить, сбить. Ты хотел меня уничтожить, вообще раскатать об землю. Но я тебе не дам этого. Потому что... Вот сейчас было близко или не очень близко? Нет, меня занесло, и поэтому я спас. Тебе просто повезло. Я знаю, я везунчик по жизни. Ну ладно, 1-1. 1-1. Я жду тебя, Антон. Майка Аргентина. Давай, знаешь как, ты приедешь сюда, и мы просто, кто быстрее добежит, кто-то не доедет. Давай, просто без стрельбы. Да. Все, я убрал оружие. Так, побежали? Встаем. Давай. Встаем под... В линию, давай, вот здесь. А, нет, подожди, мне дальше бежать тебя. Так, не, в линию встанем. Ах, у меня все равно база-то дальше. Вот, сука, он меня не бить хочет. Ну давай где-нибудь вот здесь вот. Давай смотри, фонаря. Фонаря какого фонаря? Вот, просто вот тут у него встанем. Хорошо, давай фонаря встанем сейчас. Да тут зомби, подожди. Давай, я бегу. Так. Пшел отсюда вон. Все, погнали, давай. На счет три готов? Да. Раз, два, три, погнали. Да тебе зомби помог! Я знаю, что не помог зомби! Ну тебе бежать ближе, понимаешь? Я на себя 10 тысяч поставил! Да, вот почему ты рыпался на сцене! Я не хочу! Нет, ты быстрее добежишь! Давай! Нет! Есть! Секунда! Вот... Тебе просто повезло, понимаешь? Я вспотел. В смысле победы? Ты вспотел? Поражение? А мне написали победу! А я принес первенец!
Ну, зато победила дружба, как говорится. Да-да-да. Нет, там, честно, второй ты принес. Очень странно, что победа тебе. Может... А, нифига, 97 убийств, ничего себе. Вот почему победа-то. Так не за этого, не за этого. За убийство ничего вообще не дается, там только опыт и все. Нет, подожди, мы ничью как бы получается вынесли. Ну, я не знаю, как да. Это все. В общем, спасибо за просмотр, ставьте жирный палец за эту напряженную игру, за эту потную игру. Обязательно подписывайтесь на канал и меня, и на кофе, если вы этого еще не сделали. Ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на все, что в описании. Всем пока. Пока-пока.